Детский спектакль на тему безопасного поведения на дороге устроили для самых маленьких ребятишек из 4 детских домов. Интересно, что представление можно было не только посмотреть, но и поучаствовать в нем. Тема «Дорога и поведение на ней» выбрана не случайно. Вечер развлечений для ребятишек устроили работники дорожной отрасли в преддверии своего профессионального праздника. Подобные социальные акции будут проходить все чаще, планируют организаторы. Я считаю, что подобные акции должны стать не единичными, а должны войти в традицию и проводиться ежегодно. Потому что дорожное сообщество на сегодняшний день очень четко осознает социальную ответственность перед обществом. После интерактивного спектакля ребят ждали сладкие угощения и всевозможные игры. Катание с горок, развивающие лабиринты и так далее. На самом деле не так уж и важно, в рамках чего или кто именно является организатором подобных социальных акций. В данном случае главное – это детские улыбки и смех, которых иногда так не хватает этим ребятишкам.